Более 15 лет на российском рынке работает фирма «Агроальянс», которая предлагает современные средства защиты растений. Недавно представительство компании открылось и в Чувашии. И многие чувашские фермеры с продукцией воронежской фирмы знакомы очень хорошо. Кто пользуется нашими препаратами, все они отзываются с хорошей стороны. Например, компания «Бекон» Цивильского района, кооператив «Семеновский» Парецкого района, «Слава картофелю» Комсомольского района и другие сельхозпредприятия в этом году начали работать с каждым хозяйством. Многие хозяйства заключают договора с нашей компанией препараты отечественного производства. В основном их выпускают на химических заводах города Воронеж, Липецкой области. Опытные фермеры понимают, что без средств защиты растений хорошего урожая не получить. Продукция известного производителя и поставщика пестицидов «Агроальянс» предлагает целую систему защиты растений, которая позволит добиться максимальных результатов на полях. Мухи, злаковые тли, жужелицы и другие насекомые способны оставить хозяйство без 20% урожая. Поэтому их уничтожению нужно уделить пристальное внимание. Я выбрал всем эту картошку от жуков, чем обработать. Мне сейчас ребята объяснили. Я доволен. Книжку дали, я буду дома изучать в семейном совете. Потом буду заказывать и сажать. Все будут довольны. Также «Агроальянс» помогает сельхозпредприятиям снизить затраты на приобретение средств защиты растений. К тому же фирма постоянно на связи и готова доставить препарат в хозяйство в течение короткого времени.